Друзья, всем привет, с вами Каррадар. Очередная установка, как видите, автомобиль Toyota Land Cruiser 300. И ни дня без онлайн Sport S400. Вот такая установка у нас произведена. Радар замечательно сюда вот у нас поместился. Немножко прорезается сеточка, и кронштейн силового бампера замечательно крепится сам внешний радарный блок. GPS, как обычно, мы устанавливаем снаружи автомобиля. Вот здесь видите, плоскость довольно таки большая, под 90 градусов от земли, но максимально мы сместили его вот сюда вот под фарой, чтобы работал хорошо. Стекло у нас с обогревом, салон GPS желательно не устанавливать никогда. Так, по салону, ну собственно, самая коробочка у нас. Здесь клиент попросил установить на рулевую колонку индикатор. Ну, в принципе, довольно удобно. Забыл право первой ночи. Вот так вот. Дальше, что у нас сделано? Для удобства обновления программного обеспечения и баз данных радаров, USB выведена сюда вот рядышком шкалотка диагностики. Флешка у нас идет в подарок. Ничего разбирать не надо. Клиенту достал, вставил. Саму флешку можно, в принципе, держать в автомобиле. Вот, как часто обновлять? Ну, я советую хотя бы раз в месяц заходить на сайт NeoLine, в раздел обновления, выбирать свое устройство и скачивать актуальную версию. Первично мы все это делаем по умолчанию. После установки обновляется у нас сам софт антирадара. Далее обновляем базу радаров на текущую, на актуальную, и собственно отдаем автомобиль клиенту в пользование. Так что как-то так, друзья. Хороший автомобиль, хорошее топ-оборудование. Всегда рады вам помочь с установкой любых девайсов для ваших автомобилей, будь то антирадары, будь то видеорегистраторы, сигнализации. Всегда ждем вас.